Всем привет! С вами канал Стофити, и я, ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 24 января, и мы приехали на рыбалку. Ветер стих, но за бортом у нас минус 28 градусов. Приехали мы где-то 2 часа назад и наловили уже вот столько рыбы. Не снимал я сразу, потому что камера была холодная, отогревалась. Поэтому заснять я начальную рыбалку не мог. Сидим мы в моей палатке «Снегирь 4Т». Вот она какая. В нашей рыбалке сейчас принимает участие, это, как всегда, Коля и его брат Витя. Познакомьтесь. Озеро Балбанты находится 22 километра от города. Мы ехали сюда на буране, то есть Коля за рулем, а Витя сидел сзади. Ну а Санечка сидел в санях. Ехали мы 30-40 километров в час, примерно где-то час-20. Глубина под нами 2,5 метра. Ловим мы на мормышки светонакопительные, белого цвета, с красненькими глазиками. Сегодня мы рыбачим на опарыша, на манку и на вымя. Представьте, мы нашли вымя. Вот, Калюнька его немножечко подкрасил в красный цвет. Вот, и вещь такая хорошая. С крючка не слетает. Очень-очень понравилось. Я думаю, что впоследствии мы будем применять это дело на рыбалках. Солнце у нас уже поднялось над горизонтом высоко. И могу сказать, что по 5 минут светового дня будет прибавляться с каждым днем. Клев такой, конечно, не могу сказать, что постоянно клюет. Где-то 5 минут передышки и штук 5-6 вытаскиваешь. Ловится окунь, ловится плотва, а у нас ее называют сорогой. Приехали на озеро. Первая лунка нам ничего не показала, вторая лунка нам тоже ничего не показала. И буквально где-то уже на третьей лунке Калюнька начал таскать, куда мы, естественно, перебазировались. Вот мы здесь и сидим. Также нас обогревает сегодня мой любимый шмель. Брат у Коли вот. Он уехал отсюда, когда ты уехал? В 2006 году. В 2006 году. Вот, представляете, его 10 лет. Да, лет, да. 10 лет. 11. Даже можно сказать 11, да? 11, 11 лет его здесь не было. Живешь ты где сейчас? В Борисоглебске, в Воронежской области. Ехали они сюда сколько по времени? Полтора суток где-то. И стратили 200 литров бензина, да? Как ты говоришь, 5 баков. Чистая затрата получилась на бензин сколько примерно? Да, около 8 тысяч. Около 8 тысяч. Ну и плюс, наверное, где-то покушать все-таки, где-то, наверное, ночевали, да? Зачем? Нет? Обойдусь? Нормально и так. Вот видите, дорогие мои подписчики, человек откуда приехал, чтобы опять именно побывать в своих родных пенатах и съездить с нами на рыбалку. Да. Рыбалка у нас отличная. Еще раз покажу, смотрите.
как всегда, мы варим уху. Вы не представляете, как это сидеть в таком холоде. Не, ну у нас не холодно, не буду врать. У нас не холодно, у нас в палатке тепло, у нас же обогревает шмель. Но все равно, смотрите, какая испарина идет от кастрюли. Вообще уха из ерша — это самая классная уха, серьезно говорю. Сколько я вот не пробовал ухи, вот, ну вот серьезно, из ерша вот самая хорошая. Но у нас сегодня идет в уху не только ерш, но и окунь. Эх, если бы камера могла передавать весь этот запах, который поднимается. Ой, такая вкуснотища. Вон, смотрите, как Витьке нравится наше ухо. За обе щеки заворачивает. Так, съели мы уху. Посидели буквально еще где-то часок. Рыба, можно сказать, вообще перестала клевать. Поэтому мы собираемся домой. Смотрите наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. До новых встреч. С вами был ваш любимый Санечка. Всем пока.